Отож, до нашої студії завітав тренер публічних виступів Сергій Стужук. Доброго ранку вам. Вітаємо вас, Сергій. Справа в тому, що вже котрий ефір ми з вами продовжуємо цикл про маніпуляції. Сьогодні поговоримо про бізнес-маніпуляції. Чи можете ви нам навести приклади і розказати особливості саме бізнес-маніпуляцій? Ну, здравствуйте, дорогие друзья. На самом деле бизнес-манипуляции, они происходят везде. Это маркет, каждый день мы покупаем. Это переговоры, бизнес-презентации, ну и, естественно, реклама. А теперь внимание. Именно сегодня вы узнаете то, чего раньше никогда не знали. Следующие 10 минут перевернут ваше сознание. И вы узнаете правду, о которой даже не подозревали. Об этих вещах вы даже не мечтали. Именно так делают на телеканалах, когда хотят привлечь ваше внимание, чтобы вы смотрели именно этот канал, именно эту передачу. То есть, своего рода, знаете, манипуляция в передаче о манипуляциях. Это так, навскидочку. А так, конечно же, в этих вещах они, эти моменты есть, они работают. И даже когда вы знаете, что они есть, вы все равно им поддаетесь. Настолько мощные эти инструменты. Як виявити, що тобою маніпулюють, і що робити в такому випадку? Скажем, я хотел бы вначале рассказать такие основные приемчики, которые часто используют или которые не часто используют, но мы должны их знать, чтобы не подвергнуться манипуляции. Самая классная вещь бизнес-манипуляции – это когда говорят, что скидка 50%. Только сейчас. Только сегодня. Какой сегодня? Сейчас. Сейчас не купишь печеньки? Через 5 минут купит кто-то другой, и ты будешь всю жизнь кусать локти, что не купила именно эти печеньки. Это создает искусственный дефицит, это вызывает у чувства человека страх, а страх – это самое мощное чувство, и человек готов купить все, что угодно, когда ему говорят, что именно сегодня, только сейчас, никогда потом. И люди это делают. Как работает другая манипуляция? Давайте так, можно ли воспользоваться вашим ксероксом, потому что мне нужно отксерить свои документы. В чем манипуляция? На самом деле человеку нужно что-то сделать, и он говорит вам причину, почему. Сейчас причина была глупая, я умышленно сказал глупо. Мне нужно ксерокс, потому что отксерить свои документы. Но объясняя причину, пусть даже какую-то простую, увеличивает минимум на 30% решение, что вам помогут, что вам дадут этот ксерокс. Чем просто вы скажете, дай мне отксерить, и думаете, а когда меня спросят, зачем, я скажу причину. Вы теряете дивиденды. Тобто потрібно одразу. Сразу. А потом, если спросят еще, вы можете еще причину какую-то сказать. А вот как правильно реагувати на манипуляции? А я сейчас вам еще две штучки, и потом расскажу, как реагировать. Можно? Ну, давайте. Ну. Видите, как легко вы поддаетесь манипуляции? Ось так. Второй чайник бесплатно. Слово «бесплатно» – это волшебное слово. Знаете, в нашей среде говорят, что за бесплатно, за шару люди готовы заплатить любые деньги. Вам предложи сейчас вот эту вот камеру, которая стоит 300 тысяч гривен, и вы ее можете не купить. Предложить точно такую же, которая стоит здесь, за 320 тысяч гривен, но сказать, что зато бесплатно вы получаете микрофон, который стоит 20 тысяч. Просто его именно так большинство в наших маркетах и работают те скидки, красным выделяют, что обратите внимание, сделайте все эти... А чему самым червоным колером? Ну и красный цвет наиболее привлекает внимание, это не обязательно может быть красный, но красный чаще всего используется. Зайдите, я не буду, хочу называть маркеты, мы все их знаем, там выделяется таким вот моментом. Сергей, а вот эти манипуляции, которые пропонуют нам маркеты, магазины, торговые марки, чи завжди вони несуть для нас тільки збиток, що ми будемо віддавати свої гроші? Чи дійсно деякі акції, те, що нам пропонують, є корисними і дійсно акціями? Вы знаете, я сказал бы, вы, кстати, задали такой тонкий вопрос, и на него однозначного ответа нету. На самом деле не играет роли здесь товар. Он может быть хорошим, он может быть плохим. В любом случае люди борются за покупателя. Товара много, информации много. Людей, за которые хотят взять в секту, в партию, на какое-то мероприятие уже дефицит, и им нужно опередить других своих конкурентов. Борьба идет с конкурентами в данном случае. И поэтому не играет роли. Товар может быть хороший, если плохо будут проводиться вот такие вещи, он не будет продаваться.
Они вынуждены, как бы они ни хотели быть этим честным, классным и так далее. Есть фирмы, которые говорят, мы не используем эти грязные технологии, мы не используем разные моменты, поэтому мы продаем наш товар только на того человека, который ценит наш продукт и знает именно наш продукт, mm-hmm. который находится по такому-то адресу, и вы будете покупать его без переоценки. Это и есть манипуляция в том числе. Мене завжди навчали, що, наприклад, йти до супермаркету голодною не можна, тому що хочеться все скупити. Але інколи, коли йдеш вже на їжина, нічого не хочеться, заходиш, а там дегустація. І ти підходиш, коштуєш, а тобі дивишся, ну ти ж скуштував, ти ж тепер будеш, маєш придбати. Це також маніпуляція? Звісно, будь-яка бумажечка. Ви просто взяли бумажечку какую-то, ви вже на підсознательному рівні чоловіку відчуваєте, що щось повинні. Я вам скажу, це ж мінімум. Давайте в бізнесі, це ж не тільки продажі. Смотрите, Стів Джобс, знаменитые, миллионные моменты. Mm-hmm. Он когда общался с Дэном Скалли, это человек, который работал на PepsiCo, очень серьезная контора, Apple еще не такая была серьезная контора. И поэтому он сказал такую вещь: Дэн, ты так и хочешь всю жизнь продавать газировку? Или хочешь пойти со мной и изменить мир? Вот вам, обратите внимание. И человек с пепсиколы, он забрал фирму, которая еще не была такая известная. Что здесь работает? То есть мы сразу раскрываем телезрителей, мы не рассказываем истории. Дело в том, что здесь есть сразу две манипуляции. Первое – упрощение. Нам не нравятся все эти сложности. Нам нравится, когда за нас упростили. Есть два – белое и черное, красное и белое. Злочинно Влада и незлочинно Влада. Поэтому ты возьми, не надо продавать какую-то водичку, пойди измени мир. Вот. И вторая вещь в том, что еще нам не нравится реальный мир. Он очень сложный, он многоступенчатый. Мы знаем, что в любом принятии решений очень много условий, обязательств, моральных сторон и так далее и тому подобное. Человек упрощает. И зачастую нам показывают пример. Слушайте, если реально вы хотите похудеть, вам не надо все эти моменты. Достаточно всего лишь один продукт есть, и через неделю вы будете стройными, как наши девочки. От і все. Така маніпуляція, дівчата одразу стали, кажуть, вони струнки, вони гарні. Вот, понимаете, і поэтому это и работает. Как нужно реагировать? Очень просто, я отвечаю сейчас на ваш вопрос. Як потрібно реагувати? Да, видите, уже замыливается бывает. Дело в том, что на самом деле надо прислушиваться не к словам, а надо прислушиваться к своим чувствам. Что ты ощущаешь в этот момент? Готова ли ты была ощутить эти чувства, когда шла в магазин за спичками? Увидела венца, хряпнула, а потом, а я становлюсь другим человеком, хочется и закусить, а потом еще и погулять. И тут предложение, пожалуйста, путешествие. В состоянии страха люди, и стресса люди готовы совершать любые поступки. И поэтому вы должны ожидать, точно ли это так? Стоп, что я здесь делаю? Почему мне это надо? Почему мне вдруг уже это захотелось, я шел совсем другим? Самое главное, это хорошо работает пауза. То есть вам не буду давать паузу. Срочно, прямо сейчас, никому. Я тебя люблю, никто больше, только ради тебя. Ты должна это сделать сейчас, ради себя же. И ты мне будешь благодарна всю свою жизнь. Она сказать, ну, во-первых, можно я паузу мне подумать? Вам не буду давать. Все, вы под манипуляцией. Не убежит паровоз. Эта скидка будет еще целый день сегодня. Она, скорее всего, будет завтра и послезавтра и месяц. И вообще это не скидка. Поэтому иногда, если вы видите, что покупка больше какой-то суммы, 500 гривен, 1000, вы можете все, подумали, получили порцию информации, достаточно 2-3 минуты выйти, кто курит, покурить на улицу, просто подышать свежим воздухом, просто отойти выпить кофейку. Вы знаете, вот, аж дух перехватил от ваших слов, можно пойти. Если это не манипуляция, да, конечно, да, идите. Если вы так, ваши слова сейчас говорю, если вы действительно меня так любите, то вы будете ко мне так хорошо уже относиться, даже если я не куплю этот товар, даже если я не поступлю таким образом, как вы мне говорите. Манипуляции это такие, проводятся не только в магазине, это ваш начальник, это ваши люди, которые вам предлагают, навязывают эти моменты. Иногда это делают родственники. А ось як розпізнати маніпуляцію? Як зрозуміти, що тобі чи маніпулюють, чи навпаки хочуть, наприклад, допомогти насправді? Ну вот, как раз последний момент, это был такой вопрос. Есть еще один лайфхак очень простой. Задайте вопрос. Виктория, вот вы мне предлагали перед сюжетом купить у вас лекарство для красоты. Вы действительно считаете, что мне это поможет? Вы действительно считаете, что ваше лекарство, когда я приму, они будут дадут такой результат? Вы действительно считаете, что это мне будет не полезно? Я когда впевнена. Вы... А? Я впевнена на 100%. Мне же помогают, всем помогают и вам поможут.
От маніпуляція. Кстати, хороша маніпуляція, всім допомагають. Ви знаєте, коли ви в магазині услышите сразу же, а можна ли купити от эти вот зажимы или вот этот вот фен? Моя жена пользуется этим феном. То есть все, манипуляция. Я продавец, я разбираюсь в этой технике. Я уже за вас этот провел полностью селекцию и выявил эти моменты. И уже, до речі, це працює, коли ти приходиш, тобі продавець, ще хтось, якийсь менеджер. Конечно, именно так я купил бритву. А ви попадаєтесь на маніпуляції? Ви знаєте, я хочу сказати по-другому. Я, на мене впливає маніпуляція також. Я вам ще раз скажу. Настільки чітко вистроєні скрипти, якщо правильно їх произносити, тому що самі слова по собі не працюють. Їх потрібно їх правильно произносити. І взагалі я вам хочу сказати, що текст – це не головне. Якщо б текст і інформація о товарі, о фломастері, було б головним, то не существувало б такого явления, як реклама. А було б просто перечислення полезних качеств того чи іншого товару. От і все. А чи всюди маніпуляції є? Чи є такі бізнес-компанії, у яких немає маніпуляцій, вони працюють начисто? Таких компаній нет. Я вам скажу більше. Таких міст в світі нету. А хочете скандал? Любой канал хоче скандал. Хочете скандал? Знаєте, як у тому фільмі Іван Васильович, боже, так і тягне на скандал, так і хочеться посваритись. Ні, ми з вами ругатися не будемо, все буде прилично. Вот. Я вам просто скажу інформацію, точніше нашим телезрителям, яку, можливо, вони не знають. Діло в тому, що на світі існує город, мегагород, гігантський город, один з найбільших городів в Западному полушарії, в якому немає реклами. Это самый главный инструмент. Это город Сан-Пауло. Этот город больше Нью-Йорка. Этот город, если брать его вместе с округой, он 20 миллионов. Это пол Украины. И в нем нету ни одной рекламы. Она запрещена законом. Чистый город. Слышали название такое? Вот настоящий чистый город. В нем отсутствует не только вся наружная реклама, сетилайты, билборды и так далее и тому подобное. Там отсутствуют даже вывески с логотипами на магазинах. Это запрещено. Это был закон. Люди поняли, что они чувствуют загрязнение. Загрязнение не только от воды и воздуха. Загрязнение – это излишней информации. Загрязнение от лишнего шума, динамиков. Это уже у них проведено несколько лет. И 70% жителей этого города позитивно относятся к этому. Пожалуйста, эта информация открытая. Любой из телезрителей может проверить мои слова і зрозуміти, що я класний спеціаліст. От вам в кінці ще й маніпуляція. Як вони живуть без реклами? Я, наприклад, коли дивлюся якийсь фільм, я чекаю на рекламу, щоб побігти зробити собі бутербродика. А в них ж такої можливості немає. У них є інші моменти, у них по-другому. Кстати, у них навіть запрещені листовочки роздавати. Ой, а як вони свій товар взагалі продають? О, от этот вопрос и задавался этим людям. Они у них есть в интернете, можно, внутри помещений можно. Ага. Вот, и плюс через сарафанное радио. Но я, честно говоря, хотел бы сказать, что все-таки есть инструмент, как уйти от манипуляций, особенно от бизнес-манипуляций и рекламы в этом мире. Если вы действительно хотите, то вам нужно выйти, допустим, в парк, выйти к реке, пройтись, собраться с мыслями, подумать, чего лично вы хотите, разобраться в том, что нужно лично вам именно сейчас. И лучше всего разобраться с этим вы сможете на тренинге Сергея Стужука. Знову ж таки маніпуляція. Естественно, дорогі друзі, я як фокусник, який потім показує свій фокус. Тому, друзі, маніпуляції везде. Наші діти воспитуються корпораціями. Вони воспитуються на мультиках Walt Disney. Вони їдять в корпораціях Макдональда і інших. І потрібно стремитися. Уділяємо більше уваги нашим дітям. Нам самим спілкуємося. Дякуємо нашому ранковому гостю за те, що завдяки вам ми дійсно тепер можемо не попастися на уловки маркетингу і, можливо, не придбати якусь чергову сумочку, сукенку, черговий блендер. Тепер можемо заощаджувати правильно. Дякуємо Сергію Стужику за те, що завітав до нашої студії.